Привет с канала Prime Team, и давным-давно у нас уже не было обзоров и касаемо рыбалки, и туризма, и чего-либо еще. И вот исправляемся, так как уже скоро сезон жидкой воды, поэтому на обзор есть очень много вещей, которые будут на канале обязательно. Первым, что хотел бы предоставить на обзор, мало ли кому понадобится. Это мачете, проводник один. Я думаю, требования, характеристики мало кому интересно, если я буду зачитывать, будем делать максимально коротко и информативно. А кому нужно, вот, я думаю, так уместилось. Ставьте на паузу и читайте все характеристики. Скажу сразу же, что примечание это на основе анализа результатов испытания установлено, что данное мачете является конструктивно схожим с холодным оружием изделием, не относящимся к оружию по признаку того, что угол острия более 70 градусов. И также, что он относится к вспомогательным, туристически хозяйственным бытовым инструментом, хотя это вот такой вот, можно сказать, даже маленький меч. Идет в комплектации вот с этим документом, идет с тканевыми ножными, такими, которые даются для большинства изделий, вот, для ремня фиксатора. Тут идет фиксация на одну кнопку, и внутри такой материал пластиковый, чтобы мы его не прорезали. И вот само изделие. Деревянная рукоять, без какой-то эргономики для пальцев, но наоборот это лучше. Сразу же идет вот здесь вот такой выступ, который разграничивает палец и лезвие. И плюс идет здесь незаточенная часть. Поэтому даже если относительно соскочит, то вы не сразу, так скажем, будете резаться, а какой-то запас длины для того, чтобы остановить движение руки, у вас есть. Сразу офигенно, что здесь вот такая вот часть для темляка. Но также за счет того, что это такая вот сталь, а стали чуть позже, это может работать как выбивание стекол, окон. То есть, я думаю, более чем эффективно. Сам он выполнен в черном цвете. Проводник один, это модернизация, вероятнее всего. Потому что я смотрел, есть и 2, и 3, отличаются там наличием зазубрин, еще чего-то. Сталь 40Х13. Твердость по шкале Rockwell 45-50. То есть довольно-таки внушительные характеристики. Здесь, по всей видимости, клеймо изготовителя. Фиксация рукояти идет с двух сторон на затяжных болтах. Что по нему сказать, что вот здесь, да, более 70 градусов, но это и делает его мачете. Как раз таки, если бы он у нас был снесен очень мало, то его можно было уже относить к холодному оружию, хоть он и гордыни имеет. От завода его состояние идеальнейшее, то есть никаких ни сколов, ни царапин, я не знаю, ни зазубрин, ничего в нем абсолютно такого нет. Вес его тут указан. Сейчас посмотрим. Длина, толщина обуха. Нет. Вес не указан, но порядка килограмма. То есть грамм 600-700 в нем есть точно. Вот если я держу руку расслабленной, он сразу проваливается под весом. То есть определенное усилие приложить, и тогда он восстановится. По кривизне лезвия вот не сказать, что оно здесь идет как-то. Здесь оно идеально ровно. Единственное, что от завода, вот, если ставить максимально ровно, можно заметить дугу вот в эту сторону.
Ну, учитывая то, что он предназначен для рубки веток, это никаким образом критично не относится к этому и на этом не сказывается. Уже по тому, как я его успел проверить дома, мне он очень нравится. То есть поэтому для каких-то минимальных целей я его советую. Это и рыбалка, и охота, и туризм. Это на даче также. То есть даже если вы где-то в лесу, за счет этой формы он же еще и может выступать в роли инструмента лопаты. Поэтому довольно-таки неплохое, не то что неплохое, отличное изделие. Ссылку, где купить, я приложу. Это будет, скорее всего, сайт Pneuma24, потому что там это есть, наверное, 100%. И также можете вбить в поисковике «Проводник 1». Вот на этом наш такой короткий обзор подойдет к концу. Этих обзоров будет много, показать есть что, показать много чего есть. Поэтому встретимся в дальнейших видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Брим Тим. Пока!